Всем привет! Сейчас я вам покажу, как я буду размножать щедок. Это цитрус такой, помело. Вот видите, воздушное укоренение сделано. Он уже еле стоит на ногах, а так вот я чуть дотронул, уже шатается. Цвести я ему еще не даю пока, листьев маловато. И мне надо было получить несколько больших. Так, секатор понадобится. Это нож для грубых работ, ножнички. И вот такой вот скальпель. Очень удобно рукой держать. Мощно, можно подрезать в любом месте. Это же лезвие. Видите, вот болтается, телепается. И не дай бог, рука соскользнет, так без пальца и останетесь. Поэтому все должно быть аккуратно. Для грубых свой нож и садовый вар. Значит, приготовлена уже такая вот баклажка примерно на 1,5 литра с отверстиями. И в нее вставляется, видите, вот такие вот. Две я вставляю, чтобы можно было потом вытащить цитрус. И сейчас покажу, как я все это делаю. Земля. Это листовой перегной. Перегной садовый. Немножко садовой земли. Песочек добавленный. Для чего? Почва должна быть легкая. Для молодого растения такого. Так. И сейчас ставим камеру. И постараемся быстро. 5 минут ложиться. Так. Смотрите. Вот. Я ее обрежу, наверное, вот здесь вот. Так, это нам уже не понадобится. О. Это потом мы займемся им отдельно. Приведем в порядок. Так, и посмотрим, что у нас здесь. Так, бирка не надо. Так, корни вот это вот мешает, поэтому я ее срезаю и вытаскиваем. Вытаскиваем. Видите, вот. О! Видите, здесь было разрезано, чтобы можно было вставить. И это уже нам не понадобится. Вот такая вот корневая. Так, сейчас что мы сделаем? Пересадим в эту емкость. Положим наш щедок. И заполняем перегнойчиком. Так. Я надо рукой работать удобнее, пока ложкой сделаешь. Можно чуть-чуть так притрамбовать. Ну, я думаю, хватит. И поехало наше растение. О! Теперь осталось посыпать земли. Растение я прижимаю к одной стороне, к этой. Зачем? Чтобы тут больше земли поместить. Все, ложечкой притрамбуем. Я вам скажу, что такой метод очень удобно размножать, когда надо получить взрослое растение и быстро. Можно, конечно, стаканчики одноразовых. Я сделаю видео отдельно, как укоренять. Но в стаканчиках годится, когда вот здесь вот поправим.
Все, осталось теперь повесить бирку, подписать. И смотрите. Так, вот эта вот ветка уже очень большая. Так, будет вам видно или нет, но я постараюсь полить его и обрезать. Поэтому вот эту ветку вот удаляю, видите? Это пойдет как раз на укоренение в стаканчиках. Вот одну. И, наверное, вот эта вот голая ветка, вот, вот она голая, тоже ее... О. Мы ее порежем на черенки и укореним даже вот эти вот череночки. Ну, какую нам еще просится? Просится. Ладно, пока оставим. В общем, вот так вот. Мы из одного получили два взрослых уже. Спасибо, что зашли, посмотрели. Пока.